Заговоры на монеты очень сильны. Поэтому никогда нельзя поднимать монеты на улице и тем более принимать их из рук недоброжелателей. С зеркалами нужно быть осторожнее. Если вы в то время, как моете зеркало, подумаете о ком-то из умерших, зеркало может стать дверью в мир мертвых. Если вы уже совершили такую ошибку, завесьте зеркало черной материей, поверните к стене и держите так 7 дней, а потом перевесьте на другое место. Надо быть предельно осторожными, покупая сувениры в других странах и принимая подарки от друзей, вернувшихся из поездки. Ведь эти вещи могут причинить серьезный вред. Мало ли, какие заклятия наложены на них местными колдунами. Существуют сонные заклинания. Они направлены на то, чтобы внушить человеку определенные сны. Для этого используется заговоренная вещь, и человек начинает верить, что его сны – это предвестники будущего, поэтому всегда нужно проверять свою подушку. Вдруг кто-то использовал сонное заклинание против вас. Бабушка говорит, что пожилым людям никогда нельзя позволять спать в одной постели с маленькими детьми. Поток жизненной энергии течет во время сна свободно, и пожилой человек может неосознанно питаться жизненной силой ребенка. Будьте осторожны. Если какой-то человек внезапно начинает окружать вас назойливым вниманием и настойчиво опекать, задумайтесь. Возможно, его помыслы нечисты. Не делитесь с этим человеком ни мыслями, ни планами, ни вещами. Постарайтесь, чтобы к нему не попал ни один ваш волос. Бабушка говорит, что опасно покупать вещи, которые уже кто-то носил, потому что они содержат в себе энергетику прошлого владельца. И если эта энергетика окажется негативной, жизнь нового владельца будет сломана. Нужно быть очень осторожными. Одинаковые брелки можно заговорить так, что человека будет тянуть к обладателю брелка со сверхъестественной силой. Фактически, человек с таким же брелком, как у вас, может стать хозяином вашей жизни. Поэтому, если видите у кого-то брелок, идентичный вашему, тут же возьмите свой и закопайте его глубоко в землю, так, чтобы никто не нашел. Никогда никому не давайте пуповину своего ребенка. Вместе с пуповиной можно забрать его любовь. И тогда ваш ребенок будет считать вас чужой, а женщину, забравшую пуповину, своей матерью. Бабушка говорит, что невеста должна надевать на свадьбу все новое, потому что бывают вещи-разлучники. Они могут не только сорвать свадьбу, но и разрушить жизнь.